Массаж детский и взрослый. Массаж назначается взрослым и детям с выявленными нарушениями и в качестве профилактики. Застойные явления из-за постоянного неправильного положения туловища, родовых травм, напряжения воротниковой зоны могут влиять на развитие различных патологий в разных отделах тела человека. Систематическое применение массажа с детьми раннего возраста дает хорошие результаты. Дети отличаются от своих сверстников хорошей осанкой, ловкостью, быстрой двигательной реакцией, отсутствием плаксивости. Массаж ШВЗ. Шейно-воротниковая зона является рефлексогенной зоной, снабжающей головной мозг кислородом, необходимыми микроэлементами и кровью. Массаж висцеральный. Выполняется в области живота, нормализует положение внутренних органов брюшной полости, снимает спазмы, устраняет лимфатические и венозные застои. Массаж общий. Общий массаж включает в себя массаж спины, плечевого пояса, грудной клетки спереди, живота, верхних и нижних конечностей. Массирование каждой анатомической зоны начинается с поглаживания. Поглаживание может осуществляться открытой ладонью, быть обхватывающим или с отягощением. В зависимости от направления движений, поглаживания могут быть поперечными, продольными, зигзагообразными, круговыми. Массаж логопедический. Применяется при выявлении нарушений артикуляционной моторики, нарушениях мимических мышц, щек, губ и языка. Правильная постановка звуков является мощным стимулом для формирования грамотной и четкой речи, а также развития коммуникативных способностей и повышения самооценки ребенка.